Алло, чурда, да, кайрадан. Калыс алмашты, Ашыр Садыков, Бугачи, алғашқы беттештер өткөрөткан болса, азыр эми кайрадан бир аз эс алуу алып, мына ушул октагонго келип өзүнүн калыстык кызматын тейлемекчи. Ал учурда биз алғашқы тажикстандык мушкерди тозолабыз, Билал Бабачонов Бекболот Абдылда уулуна каршы чыгат. Жана азыр болсо Бекболот Абдылда уулу мына арткы фондо мына көрүнүп турган учуру рингке жакындап келе жатат деп болсок болот, айтсак болот. Албетте Бекболот Абдылда уулу ошол эле Билал Бабачонов экөөсү 71 килограмм салмак чендиринде беттешет. Бекболот Абдылда уулу ММА эрежеси уруш боюнча Кыргызстандын чемпиону жана көптөгөн WEF'тин алкагында турнирлердин жеңүүчүсү, алгач WEF Selection'да жеңүүчү болгон, андан кийин WEF Global турниринде жеңүүчү аталган, буга чейин 11 таймаш өткөрүп, ошонун 9-унда жеңишке ээ болгон жана эки жолу жеңилүү засын тарткан Патриот Ош спорт клубунун өкүлү, өзү азыркы учурда 24 жашта, Кылыч Саркарбаевдин дагы бир шакирти Бекболот Абдылда уулу мына өзгөчө дымак менен октагонго жакындап келе жаткан учуру, каймана аты жырткыч хищник деп бул жака жазылган. Албетте жырткыч деген каймана аттын ээси Бекболот Абдылда уулу азыр өзүнүн канчалык мыкты экенин албетте далилдегенге даяр. Бою 1,75 м, салмагы 71 килограмм. Демек ушул салмак чендирдиги үчүн бул жеңил вес деп аталат. Эрежеси сыйрушта ал эми башка ушул жекеме жекедеги спорттун түрлөрүнө караганда 71 килограмм бул жеңил салмак. Эми анын атаандашы Билал Бабаджанов тажикстандык мушкер азыр мына октагонго жакындап келмекчи. Да, противостояние Бекболота Абдылда уулу против Билала Бабаджанова, и таджикский боец против кыргызского. Довольно интересно увидеть здесь представителей Таджикистана. И пока не понаблюдаешь, не скажешь, да? Ну, посмотрим. Оба бойца практически идентичны по своим показателям веса и роста. Сейчас на арену выходит представитель Таджикистана Билал Бабаджанов. Весовая категория 71 килограмм, как уже отметил Эркин. Рост 173 сантиметра. В своей профессиональной карьере провел 2 поединка, оба выиграл. Представляет клуб Soaked Fighter. И клуб из Таджикистана. Тренируется у тренера по имени Салибзон. 98 года рождения, довольно молодой парень, с большими перспективами в этом виде спорта, и чемпион Республики Таджикистан по грэпплингу. Это значит, что имеет большие способности именно в плане ведения борьбы. Молодой человек окружен сейчас во всю светом софитов и камерами, ну а нам показывают Абдылдаулу Бекболота. Наш парень готов принять бой при родных трибунах. Напомню, друзья, кто к нам только что присоединился, это турнир World Airtimash Federation под номером 55, турнир Global 12. Происходят все действия на арене во дворце спорта имени Кожамкула. 14-е противостояние этого вечера. Бабаджанов Билал против Бекболота Абдылдаулу. Чемпион Кыргызской Республики по ММА. Победитель многочисленных турниров WF Global. Чемпион WF Selection. Профессиональный рекорд 9 побед, 2 поражения и 0 ничьи. Мастер спорта по ММА. Команда «Патриот Ош», тренер Саркарбаев Кылыч. Боевой псевдоним «Хищник». Абдылда уулу Бекболот!
его соперник, боец в синем углу, весовой категории 71 килограмм, рост 173 сантиметра. Чемпион Республики Таджикистан по грэпплингу. Чемпион Республики Таджикистан по вольной борьбе. Мастер спорта по вольной борьбе. Профессиональный рекорд. 2 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Команда Soft Fighter. Тренер Салибзон. Таджикистан. Встречаем Бабаджана Билал. Бойцы в середину. Ну и вот, собственно, ведущий этого вечера Хайрат Мусаев объявил обоих оппонентов, все как положено. Осталось теперь наблюдать непосредственно за самим противостоянием. И в этом поединке все-таки наш парень Бикболот Абдулдаулу является очевидным фаворитом, по крайней мере, с точки зрения опыта. Провел он уже 11 профессиональных боев, из них одержал 9 побед. В свою очередь, у Бабаджанова Билала всего 2 поединка, но оба поединка он выиграл. И сегодня определенный шанс заявить о себе во весь голос для Бабаджанова, если он вдруг сумеет победить. Но на природных трибунах Бикболот Абдулдаулу ошибаться не должен. Давайте смотреть. Полминуты противостояния уже исчерпали себя. И пока разведку боем проводят оба оппонента. Очень неплохие в движении оба спортсмена. Но оно и понятно. Весовая категория до 71 килограмма. По ранжиру Федерации World Tertaimash как раз этот вес считается легким, до 70 килограмм и 0,3. Неплохой выпад в ноги от Билала. Но Бикболот выпутался из этой ситуации без особых усилий. Удар с разворота. Бабаджанов пытается показать весь свой арсенал. Но пока чуть более хладнокровен Бикболот. И какой удар! Это просто что-то невероятное. Попадает коленом в лицо. Это очевидный нокаут. Вовремя здесь подбежал рефери. И невероятный рев трибун. Мы видим, как болельщики встрепенулись. Очень красиво. Но при этом... Да. При этом Бабаджанову Билалу ни в коем случае не позавидуешь. Разбил ты нос и... Потерял концентрацию буквально на долю секунды, и Бикболот Абдулдаулу аннигилировал своего оппонента. Можно так выразиться. Очередной бой завершается победой кыргызского бойца. Поздравляем Бикболота с этим достижением. В первом раунде за 1 минуту 18 секунд нокаутом победу одержал Абдулдаулу Бикболот! Да, победа нокаутом за минуту 11 секунд. И здесь без всяких вопросов. Ну и сейчас ведущий мероприятия Хайрат Мусаев будет брать интервью у героя данного противостояния. Давайте внимательно послушаем. Я думаю, Бикболоту есть что сказать. Тем более, что сэкономил он нам эфирное время, отправив оппонента в нокаут более чем за минуту. Ну и пошли памятные фотографии. В принципе, это все мы уже с вами не раз видели. Дождемся непосредственно. А вот он, повтор момента. Посмотрите, два удара. Сначала с левой ноги, затем с правой. И Билал Бабаджанов, понятное дело, здесь уже сопротивляться ну никак не мог. Довольно далеко держат микрофон у нас зачастую бойцы. Они, понятное дело, непривычны. Ну и, в принципе, да, традиционные слова от Бикболота Абдулдаулу. Мне пожелал удачи всему Кыргызстану. Пожелал двигаться только вперед. Ну и, конечно, слова благодарности своим тренерам, партнерам по команде. Очередное противостояние, 13-я пара по заявке, 12-я фактически сегодняшнего вечера, завершается победой Абдулаулу Бикболота.